Бляха, муха. Я поранился, я выпрыгнул с этого вертолета раньше, чем он приземлился и травмировался. К счастью, к счастью, бегать я пока что могу нормально. Но мне это зачтется. Повреждения какие-то получил. В этой миссии главное на рожон не лезть и при определенном стечении обстоятельств, удачном, за меня всю работу сделают боты. Но обстоятельства могут сложиться и неудачные, и тогда... И тогда придется поработать мне. Вот. Но я буду надеяться, что за меня всю работу сделают и просто не буду лезть вперед. Как у рядового бойца, у меня нет бинокля. Это очень сложно вести боевые действия, потому что ни хрена не видно. Тут надо просматривать горизонты все. We're squad Alpha. Squad Bravo will support us from the right by the forest. When we reach the village, we'll wait for the air support. Once the enemy's armored units have been destroyed, we'll move in and seize the village. Now, no heroics, okay? This is not an exercise. We're facing a real enemy this time. Two, three, six, seven, eight, follow one. Form line. All fire at will. All go to 2-7-1-0. Two ready. Three ready. Six ready. Seven ready. Так, мне за командиром. Они, видите, боты, они жестко соблюдают формацию, они прям бегут как влитые, то есть. Если вот он дал команду, значит, клином, то боты прям бегут вровень клином. Медик. Если нас ранит, я могу обратиться за помощью, меня вылечит. Кстати, я уже ранен. Давайте, пускай меня медик вылечит. Слушайте, а что-то мне никто не помогает, а почему? Я попросил о помощи. А на меня все плевали. 2 o'clock, unknown, man, 200. All, move to 3, 1 o'clock. Contact. 5, target soldier. Смотрите, сколько русских. 4, target soldier. С такой дистанции, кстати, я попал, умудрился, представляете? Three, target soldier. Engage, soldier. Two, engage, soldier. Three, мне дали приказ атаковать. Six, engage, soldier. Ну блин. Eight, go to soldier. Я, пожалуй, приказ проигнорирую. Eleven o'clock, BMP 500. Кстати, вот мы сейчас дали команду, где можно подлечиться, но это 130 метров бежать через лес, не пойду. One, position, echo, Charlie, 7-0. I've got him! Командир. Вон Бэх катается. Five, engage. Но у нас в отряде есть гранатометчики. Я думаю, если она сейчас сам сунется к нам, ее быстро уничтожат. Five, engaging. 12 o'clock, soldier. Она едет прямо на нас. Черт подери. BMP is history. Отлично, гранатометчик снял. Снял Бэху. Бэха легко уничтожается одним выстрелом из РПГ в любую часть. Хоть спереди, хоть сзади. А вот с танками нужно повозиться. Танки в лобешник пробить из РПГ невозможно практически. То есть только в жопу в идеале стрелять. Ну либо в бочину. Ну в лоб бесполезно. Squads Alpha and Bravo, this is Papa Bear. We're done here. Proceed to village. Out. Отряд Альфа и Браво, говорит папаша Медведь. Мы закончили свои дела. Продвигайтесь к деревне, конец связи. Это вертушка нам, я так понял, сообщила. Хотя нет, вон она кружит еще на деревне.
7, target soldier. 11 o'clock, enemy, soldier, 200. Soldier is history. Честно говоря, я вообще не понимаю, что происходит, кто в кого стреляет. Я ни хрена не вижу. Потому что дистанции большие, а бинокля у меня нет. Бинокль можно, кстати... А вон ползет русский, я вижу. Блять! Я ранил своего. Ну как вот с такой дистанции можно... Можно попасть. Supporting machine gunner, 2 o'clock. Roger. Я ранил одного из наших бойцов, пулеметчика, в ногу, когда он перебегал прямо перед мне, перед носом. Но, видите, его вылечили. Его вылечил медик. Вон ползет кто-то. Да, блядь, стоит мне прицелиться, прибегают мои товарищи и закрывают мне обзор. Вон там беготня в деревне, туда-сюда, туда-сюда. Вы навряд ли что-то увидите, ну, конечно. Дистанции огромные. А, вон шевелится. Я еще плохо понял, как тут целиться, правильно? Так, снял. Снял одного. Мучился. Командир, видите, отправляет в атаку на конкретные цели своих бойцов. Я надеюсь, меня он в атаку отправлять не будет. Я бы предпочел отсидеться. Ну, блин, терпения тоже не хватает. Отсиживаюсь. Черт, америкосы только что завалили. Ой-ой-ой. Кто-то по мне сейчас стрелял. Так, где? Командир. Командир рядом. Я не пойму, там впереди кто бегает, американцы или русские? Ну, в принципе, мы уже в центре деревни. Мы уже, в принципе, заняли же деревню. Кого тут еще надо убить-то? И удачно складывается бой, потому что у нас потери. Один человек всего. Бинокль бы раздобыть. Но это надо труп офицера найти. Потому что кто-то бегает, он впереди. Но это наша, все, миссия пройдена. Я даже не помню, я хоть кого-то подстрелил. Вроде ни одного, никого не подстрелил.